Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке» New Life It's My Life. И сегодня у нас очень-очень праздничный понедельник. Как вы видите, у меня за спиной. Там все нарядно. Сейчас я развернусь и покажу. А пока хочу рассказать, почему сегодня такой праздничный и торжественный день, и чем я хочу с вами поделиться. Когда-то в Беларуси, 7 лет назад, в это время, 16 сентября 2012 года, Сашка еще не появился на свет, но мы уже знали, что вот-вот и он к нам выйдет. Я с Катаринкой и с Антошкой ждали его дома, ждали, пока Маришка нам позвонит из роддома. И вот сегодня, 7 лет спустя, мы празднуем его 7-летний праздник. Он сегодня в школе, все дети в школе, Маришка на учебе в колледже, а я дома их ожидаю и хочу вам все это показать и рассказать. Вот такие подарки его ожидают. Это такая мягкая собака. У нее есть маленький ребеночек. Сашка был в восторге от них обоих. Это ему и как подушка, и как игрушка. Он прямо все утро бегал, зажав их, обнимая. Вот. И такие вот два, или я бы даже сказал три замечательных конструктора. Один такой прямо вот в чемодане. Такой серьезный кейс. Ну, в общем, вот, собственно, сам конструктор. Так, есть какие-то там прямо инструменты, которые называются тулсы. Написано 10+. Третий уровень сложности. И вот столько машинок можно из него собрать. В общем, очень серьезный конструктор. Так, и еще второй конструктор, или я бы сказал второй и третий. Это вот такие вот роботизированные конструкторы. Так, пардон, отсвечивает. Вот так вот они выглядят. Когда их правильно соберешь, они будут работать. Так, что тут у нас написано? Больше 60 деталей в этом. И в этом я не вижу почему-то. И в этом тоже больше 60 деталей. В общем, это такой двойной пак. Двойная упаковка из двух конструкторов. Что собрать можно? Значит, тут нарисован самолет и какой-то андроид, скажем так, трактор. Ну, и я думаю, что... А может быть, только две зверюшки можно собрать? Ну, разберемся. Вот. В общем, такие вот конструкторы. Еще его ожидают две электронные игры для PlayStation 4. Одну он сам выбрал какую-то, и одну мы покупаем ему. Это будет игра «Гонки на машинах» для VR-шлема, для виртуальной реальности. С утра его очень-очень неожиданно как бы все поздравили. Ну, как все и как неожиданно. Более неожиданно было поздравление от бабушки. Позвонила моя мама. Саша, конечно, был в полном восторге от того, что она словила его или нас по дороге в школу. Ну, как словила? Она словила его на телефоне, позвонила. В общем, это было очень неожиданно. Он такой прямо весь разволновался и растушевался. Вот, она его поздравила, узнала, как дела. Ему было это очень приятно. И все это случилось, я говорю, прямо вот буквально перед заходом в школу. А вторая бабушка подарила один из этих конструкторов. Какой, неважно какой, важно внимание. Просто все три конструктора мы покупали в Костко, и поэтому как бы сказали, что вот конструктор от бабушки. Вот. Вот такие вот приятные поздравления с той стороны океана. Как я сказал, его ждут еще подарки от нас, его ждут подарки от Катаринки и от Антошки. И его ждет... торт именинника. Как это все будет, вы увидите буквально спустя несколько секунд. Так что не переключайтесь. Но, правда, до этого пройдет весь рабочий день. Они будут до 3 часов учиться. Я их заберу. Потом заберу Маришку. И только потом все это случится. Ну, а вы это увидите прямо сейчас. Всех, кто смотрит это видео, я хочу попросить сделать подарок Саше, если вас, конечно, это не затруднит, подписаться на его канал. Возможно, вам не будет интересно его творчество, потому что, ну, он маленький, он рассказывает о том, как играют в свои компьютерные игры.
рассказывает это на английском языке. И вы даже можете не смотреть все его ролики, просто может ткнуть в один, во второй, чтобы так, ну, просто отметиться. Но если вы подпишетесь, ему будет очень приятно, потому что у него придет приток подписчиков. Ну, вы сами понимаете, как это может быть приятно для того, кто что-то делает. Вот. В связи с тем, что у него канал, ну, как можно сказать, медленно развивающийся, он не вышел на какие-то рубежи. Конечно, у него мало подписчиков, и... Ну, в общем, если вы подпишетесь, будет очень приятно. В конце ролика появится иконка его канала Gamer Sasha. Вы можете просто нажать на нее и автоматически перейдете и сможете там подписаться. Или перейдите, пожалуйста, по ссылке, которая написана вот под этим роликом в описании или в моем первом комментарии, который я закрепил. Всем большое спасибо, кто подписался, за то, что вы подписались. Начинается торжественный вынес. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Поздравляем с днем рождения. Поздравляем тебя. Ну давай, Сашка. Желание успел загадать? Нет. Молодец. Ну что, давай нападать на него. Сейчас берем нож. Вилки, ложки и вперед.